просто подбор. Но он там действительно настолько красиво выпрыгивал. А это блокшотище прилетает от Винса Хантера! Попов. Что трехочкового мы пока что от него не увидели. Илья Попов сверху. Девятое очко. 9 первых очков у Самары набирает Попов. Вместе с ним Амат Эмба, Иван Ухов, Антон Остапкович и Каспер Уэйр. У Лока на паркете Антониус Кливленд, который забивает шикарной передачи Владислава Емченко. Самый результативный в автодоре, между прочим. Последние 3 минуты, я думаю, этой встречи. Амат Эмба, ой-ой-ой, все ли в порядке там с Андреем Федоровым. Это было опасно для защитника. Появляется снова возможность Уникса сделать разницу довольно-таки комфортной, возможно, даже двузначный. Рейнольдс! Вот это ответ! Вот это ответище! Плюс 9! Вот все развернулось, как у нас. Здесь Касаткин умудряется скидку оформить. Побоялся, что приземляясь, может улететь за пределы. Оу, с перехода! Да, с навеса! Евгений Миченко перекрестился, поблагодарил небеса и партнеров. Даня Касаткин стал автором подбора, а потом еще и передачи. Ну, посмотрите на эту красоту. На взлет! И Минченко чувствует, что время полетов пришло. С двух рук, и никто уже не помешает. Партнер в задней линии – это Каспер Уэйр из московского ЦСКА. Неудачная атака Пермякова, Беленицкий на Баку. Исмаэль попадает под блокшот. Хэм эту попытку блокирует. Закрывает небо. Потрясающий блок. Ну, добыли ее, кстати, игроки, которые в свое время в 2013 году именно в Москве. Пронаускис на Халдеева. Прошла передача. Халдеев через Ивана Ухова. Мощнейший постер. И один из претендентов точно на момент игровой недели в единой лиге ВТБ. Кому-то бросать и вовсе запрещают. Если мы говорим о «Зените», можно вспомнить, как Хавьер Паскуаль запретил Торопову атаковать с дистанции. А здесь чудеса дриблинга от Джеремая Мартина. Ну и посмотрите, какой анкл-брейкер от Джеремая Мартина. Понятное дело, что против него все-таки остался большой игрок, но, тем не менее, выглядело действительно эффект. Точный бросок. Жан-Шарль забирает отскок на чужом щите, но ошибается с передачей. Патрик Миллер в быстром отрыве попадает под блокшот. Амат Эмбай! Вот это да! Ну и посмотрите, посмотрите, сколько эмоций! Эмбай настолько сильно зарядил сейчас только болельщиков, но и своих партнеров по команде. Это уже завершающая часть атаки. And one в исполнении Алекса Абрамовича.